Могилеўчанин выиграл у покер больше за 8 тысяч долларов и теперь заплатить податок. Специалисты Министерства по податках и сборах выявили 68 жыхару Могилевской области, которые повинны были подать декларацию об доходах, але не зарабили гэтага. Декларация об доходах у податковую инспекцию подали 1260 жыхару в области. Згодно с подликами специалистов, частка из них вызвана от податку. Остатние повинны перелечить у бюджет 700 тысяч рублей подоходного податку. 1 марта декларации должны были представить граждане, которые получили доходы в 2016 году от продажи двух и более автомобилей, от продажи автомобилей, полная масса которых превышала 3,5 тонны, доходы, полученные за границей либо из-за границы, а также доходы, полученные в виде дарения. Разом с тем, контрольные мероприятия показали, что свои доходы задекларировали не все. 69 человек утоили от податковой отриманный летость прибыток. Так, инспекцией по Ленинскому району города Могилева номер один выявлен гражданин, который регулярно получал доходы из-за границы от игры в покер. Размер дохода составил более 8 тысяч долларов США. Данный гражданин был выявлен, у него истребована декларация о доходах полученных и предъявлен к уплате подоходный налог в сумме 1700 рублей. Налог взыскан в бюджет в полном размере. Выявлены так само и факты невыплаты податков от грошовых переводов за мяжи. Так, одной из могилевчанок, якая регулярно отрымливала великие суммы грошей от сябра замежного громадянина, предъявлены податок у 4700 рублей. Частку она оплатила, остатнюю сумму теперь спаганяют судовые выконавцы. Наталья Ильинич, Виталь Вопсев, новини региона.